По поручению главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, начальник территориального управления «Звенигород» администрации Одинцовского городского округа Ренат Мангушев встретился с председателем общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Звенигорода Любовью Петровой по вопросу передачи организации нового помещения. По словам Рената Мангушева, помещение просторное, все комнаты оборудованы мебелью, техникой, компьютерным оборудованием и доступом в интернет. Он также подчеркнул, что Совет – это важная организация, которая вовлекает ветеранов в общественную работу и оказывает им поддержку, а это очень важно. Напомним, что на данный момент в организации состоит 1096 человек.